30 мая в квартирах запорожцев снова будет горячая вода. Об этом сообщил гендиректор концерна «Городские тепловые сети» Сергей Фомич. Говорит, планировали возобновить подачу воды еще 27 мая. Однако по новому закону о рынке природного газа предприятию необходимо было дождаться получения лимитов на поставку голубого топлива. Объясняет, раньше в этом вопросе Запорожье работало напрямую с поставщиком НАК «Нефтегаз». Теперь нужно еще иметь подтверждение от транспортировщиков и облгаза. Из-за этого процедура получения лимитов газа затянулась, поэтому и не удалось включить горячую воду в указанные сроки. Сейчас лимиты уже находятся в облгазе. Тепловики уверяют, благо цивилизации вернется во все дома запорожцев 30 или 31 мая. Сейчас снимаются пломбы по газу, и бригады как облгаза, так и наши бригады работают, ну и будут работать круглые сутки. На утро, самое позже, горячая вода во всех районах города будет подана, возобновлена.